Здравствуйте, друзья. Ну, как я всегда говорил, я подозреваю, но мне кажется, уже это доказывать не приходится. На работу в коллекторские конторы берут людей по одному принципу – знание букв, больше ничего. И лишь бы умел хоть немножко их складывать в слова. Вот только так, дикция, там какой-то интеллект, образование, ну, то, что стандартно, даже у дворников спрашивают, я сейчас ничего против дворников не имею, но все-таки, а вменяемость какая-то, это, по-моему, дело какое-то 25-е, дела у них плохи, видимо, раз принимают на работу, вот, публику, то, что мы с вами слушаем. Ну, давайте мы получим от этого удовольствие, их проблемы остаются их проблемами, а мы получаем хорошее настроение и бодрость духа. Поехали! Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Это обстоятельно телефонцы, кредит экспресс-финанс, город Москва. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Да. Дмитрий Евгеньевич, разрешайте хорошая информация. Это вам поступил звонок по поводу ваших финансов. Задаем теперь публично отправить. Ну, ты же вот уже звонил, я тебе делал замечание, что ты тараторишь как пулемет. Говори нормально, членораздельно. Ничего не понятно. Вам поступил звонок по поводу ваших финансов задолженности перед публичным акционерным обществом Банк Финанс Корпорации Открытие. Я вас задолженность в размере 609 750 рублей. Уточните, пожалуйста, вы намерены решать вопрос с данной финансовой задолженностью? Вот смотри, ты признал, что ты уже звонил мне, потому что ты стал следить за собой и сопли проглотил, и более или менее понятно разговариваешь. Вспоминаю, напрягая мозги, вспоминая, что я тебе на прошлом нашем диалоге уточните, говорил. Уточните под аудиозапись. Вы готовы провести оплату? Под аудиозапись. Аудиозапись. Что за аудиозапись? Я сказал, под аудиозапись. Гарантируете оплату или нет? Нет. То есть ты мазохист, причины ты выбрал уточните. Повторение той истории, которая с тобой приключилась, да? Причину уточните, ваша неоплата. Причину уточняю. То, что вы мне звоните, мне никаким образом не волнует. Я понимаю, что на той стороне трубки сидит идиот безнадежный, который даже разговаривать не научился за свои, там, в лучшем случае, 25 лет максимум. Ничего другого не нашел, как просто пойти работать попрошайкой телефонной. Вот. Почему я должен... Ну, пока не у вас работы и долгов нету. Да. Так это ты расскажи, знаешь, кому долгов у тебя нет. У тебя дикий кармический долг. И когда ты обзаведешься детьми, что я тебе категорически не рекомендую делать, они тебя спросят: давайте, папаня, ты чем занимался в своей жизни? Да мне с тобой, понимаешь, вот ты пытаешься мне навязать свое мнение, ты пытаешься мне рассказать какую-то историю, ты считаешь, что ты объективно рассуждаешь. На самом деле ты чмо, понимаешь? В буквальном смысле слова, чмо, бесполезное. Все, больше нечего вам сказать, я так понимаю. Да тебе, да это даже это для тебя слишком много. Просто то, что я удосужился на тебя потратить целую минуту. Да, это большую честь тебе. Дмитрий Евгеньевич, так что уточните нам, пожалуйста, оплату вашу подсобит. Ты бы для начала уточнил, что ты будешь говорить своим детям, когда ты, собственно говоря, не дай бог, меня обзаведешься. А меня интересует, блядь, придурок, что ты будешь говорить своим детям, когда они тебя спросят: папа, чем ты занимался, блядь? У тебя клиент есть, тебе есть чем детей делать, а? Мы сейчас уточняем по поводу вашего долга. Слушай, ну ты чмо. Я тебе еще раз повторяю. Вот смотри. Больше ничего вам сказать. Чертила, тебя обливают помоями, а ты знаешь, что если ты сейчас не ответишь, тебя оштрафуют. А штрафуют реально рублей на 700, на 800. Это твоя цена. Вот сейчас ты зарабатываешь эти 700-800 рублей, вернее, спасаешь. А ваша цена какая? Да, моя цена гораздо больше, выше. Потому что я человек полезный обществу. А когда вы проводите оплату? Что ты сейчас полезен? Опять про... Я не вижу, что вы не полезны. Оплату так и не провели в банк. И что? Это каким-то образом обозначает мою полезность, если я буду вестись на поводу каких-то чертей бесполезных? То есть вы хотите, чтобы банк является... Сотрудник банка является таким же... Соберись с мыслями, скажи нормально, членораздельно. Я изо всех сил пытаюсь тебя понять. Ну, я все хочу понять, почему вы не проводите оплату. Да не хочу, я тебе говорю же, блядь. Ну, уточните тогда, в банк съездите, уточните информацию по подключению в отказ от оплаты. Блядь, ты больной или что с тобой, блядь? Я тебе сказал, не хочу. Почему я должен еще что-то точнее говорить тебе?
Только, ну ты вот понимаешь, ты дерьмо жрешь каждый день, потому что ты хочешь его жрать. Тебя никто не спрашивает, вкусно тебе, невкусно. Твои работодатели дали тебе четкое указание. В этот день сожрать дерьма столько-то. Давайте мы вам завтра перезвоним и удачи. Да, ты сначала научись разговаривать. Да, друзья, вот такая беда у них с кадрами. Что поделать? Работают они в шахте, в КЛМ, денежку зарабатывать. Это, как они говорят, пользу людям приносить, помогать разобраться с финансовыми трудностями. Я, для меня всегда загадка остается. Если вот человек не подкован, пускай даже юридически безграмотен, если человек действительно считает, что он должен. Вот звонок вот такого псевдоспециалиста неужели не способен посеять зерно какое-то сомнение? В том, что вот на стороне банков работают нормальные, вменяемые взыскатели, люди, знающие себе цену и в первую очередь знающие свою работу. Вот если вот такой позвонит, это же надо как минимум задуматься, что-то не то тут, правда же? Ладно, в доказательство моих слов для новых людей, для тех, кто недавно оказался на нашем канале, я предлагаю всего-навсего подписаться на наш канал и посмотреть с десяток роликов. Но очень часто я читаю комментарии, когда люди пишут, что начал смотреть первый и всю ночь смотрел, и потом целый день смотрел, слушал, имеется в виду. Да, в нашем случае тут приходится больше слушать, хотя есть что и посмотреть. Но посмотреть можно, во-первых, ролики, которые собраны в плейлист «Обращение Кузнецова Дмитрия», руководителя компании «Алям». А я, значит, уточню, компания «Алям», владелец этого канала. Именно компания «Алям», один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации, осуществляет деятельность, связанную с помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, попавшим, как говорится, под давление незаконных банков, коллекторов, всевозможных МФО и тому подобное, шушеры, давление, связанное с невозможностью выполнять договорные отношения по их кредитным обязательствам. Так вот, поверьте, ничего страшного нет в том, что вы не можете отдавать кредит по той либо иной причине. А другое дело, что об этом нужно сообщить. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. И вот посмотрите, еще раз повторю, плейлист, видеоролики, там очень много вопросов, очень много роликов, и они ориентированы на ответы на вопросы, которые очень часто люди задают. Для вашего удобства в правом верхнем углу сейчас ссылочка кликабельная выходит. Вот она. Посмотрите и очень много интересного узнаете, услышите. Ну и еще хотелось бы сообщить людям, которые хотят воспользоваться услугами кредитных юристов компании «Алям». Я повторю, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации, занимающийся людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, связанную с кредитами и нуждающимся в помощи. Друзья, ваша ситуация не такая уж страшная, практически вообще не страшная, если все правильно делать. Мы готовы в очередной раз, если вы станете нашим клиентом, помочь вам, и вы пополните ряды людей, которые... Все, теперь никому ничего не должны. Как мы это делаем? Ну, у нас на сайте есть видео. Можете посмотреть, если хотите. Ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика. Ну и также кликабельная подсказка. Сейчас в окошке трансляции выходит. Вот она. Посмотрите видео, сделайте все как там положено, рассказано, простите, заполните форму на сайте и ждите звоночка от нашего специалиста. Мы будем звонить с телефонов, которые указаны на сайте. Подчеркну, не нужно перезванивать на эти телефоны, дозвониться к нам тяжело, а вот мы вам перезвоним, забейте эти циферки себе записную книжку в телефон и ждите звоночка. Звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Итак, оставляйте заявочку и ждите звоночка. Но в первую очередь обязательно перед тем, как оставлять заявку, посмотрите видео на сайте. Кликабельная подсказка выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она.
Это нужно сделать обязательно, без этого у нас разговор не сложится. А так, если вы посмотрите видео добросовестно, вы очень многое поймете, у вас снимется большинство вопросов, и мы будем с вами, что называется, на одной волне. Наши специалисты поговорят с вами, вы примите окончательно правильное решение и покончите раз и навсегда со своими долгами. Поверьте, это сделать возможно. Собственно, на такой ноте я с вами прощаюсь. Это был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиамп». Ставим лайки, подписываемся на канал, репост в соцсетях, если не трудно, вступаем в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого ролика есть, любого другого. Все ролики ВКонтакте дублируются, и там много дополнительно полезной информации. Всего вам хорошего, друзья, счастья и спокойствия, финансового благополучия. До свидания.